Глава региона Андрей Никитин сегодня встретился с исполняющим обязанности начальника областного управления Росгвардии Сергеем Исаковым. Темой разговора стало взаимодействие ведомства с региональными структурами. Полковник полиции Сергей Исаков в Новгородской области пока новичок. Свой профессиональный путь от службы в органах внутренних дел до должности заместителя начальника управления Росгвардии он прошел в республике Карелия. Теперь у него новое место жительства и новая должность. Временно исполняющего обязанности начальника управления Росгвардии по Новгородской области представил его коллега, генерал-майор полиции Андрей Бакуменко. Уверяет, разница в регионах работе не помеха. Специфика и задачи, они идентичны для всех подразделений Росгвардии, поэтому готовы в полном объеме выполнять свои служебные обязанности в рамках федерального закона, определяющего полномочия подразделения Росгвардии. Губернатор Андрей Никитин поздравил Сергея Исакова, отметив, что за 3,5 года его собственной работы в регионе взаимодействие с Росгвардией выстраивалось тесное и конструктивное. Уверен, что продолжите эти традиции, и думаю, что будем взаимодействовать так же плотно, как и всегда мы с Росгвардией взаимодействовали. Спасибо огромное, потому что роль Росгвардии важна, и мы чувствуем такое надежное плечо. Добавим, Сергей Исаков награжден орденом мужества, медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени, медалями за отвагу и за отличие в охране общественного порядка.